Если объединяют в одной цветочной композиции цветы с крупными листовыми пластинами и соцветиями, композиция получается очень густой и плотной. Ей не хватает легкости, воздушности, ажурности. Но не отчаивайтесь, есть для этого случая на примете несколько представителей растений, которые привнесут в вашу клумбу достаточно воздуха. Сами по себе они выглядят весьма прозаично, но в цветочной композиции выполняют роль этакого итальянского кружева. Растения с мелкими цветками привлекают внимание легкостью и воздушностью. Большинство из приведенных мною культур неприхотливы в уходе. С их выращиванием справятся даже начинающие садоводы. Ну а если вы не подписаны на мой канал, то не забудьте подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну а мы начинаем! Бедренец большой. Бедренец большой – величественный и впечатляющий многолетник с красивой листвой и соцветиями, напоминающие розовые облака. Мелкие цветки собраны в крупные зонтичные соцветия до 25 см поперечники. Цветет он в начале лета, цветение у него очень обильное. Стебли тонкие, разветвленные, листья ажурные, перистые, похожи на ваи папоротника. Листовая пластина этого растения грубоватая и также чем-то напоминает папоротник. Диаметр куста обычно не превышает полуметра, а вот высота может достигать 1 и 2 метров. Прекрасно смотрится на заднем плане бордюра, после цветения может отмирать, но хорошо размножается семенами, причем довольно активно. Обожает влажный аэрированный грунт, в котором развивается заметно интенсивнее. Гипсофила, или качим, как ее еще по-другому называют. Гипсофила – это вид растений, травы или полукустарников, принадлежащих семейству гвоздичных, которое включает около 150 видов. Название гипсофила в переводе с латинского обозначает любовь растения к гипсовому грунту. Словно сверкающий водопад, из крошечных цветов льется гипсофила, обтекая растущие на клумбах розы и другие растения. Она приносит в сад романтическую легкость, чего не может сделать другой многолетник. Гипсофила – это полностью или частично морозостойкие однолетние либо многолетние растения. В зависимости от вида гипсофила имеет высоту от 20 до 100 см. Кустарниковые виды за короткое время приобретают аккуратную шарообразную форму. Цветки у нее мелкие, до 6 мм в диаметре, белой, розовой или зеленоватой окраски, собраны в рыхлые метелки. Растения высаживают на хорошо освещенных, сухих клумбах. Если в грунте недостаточно извести, ее нужно обязательно добавить. Гипсофиле требуется умеренное количество влаги. С наступлением осени побеги срезают. Культура очень плохо переносит зимние холода, поэтому ее укрывать надо лапником или сухой листвой, либо же выращивать как однолетнюю культуру. Третий замечательный представитель – это вербена бонарская или вербена буэнос-айреская, как ее еще называют. Вербена бонарская имеет соцветия, напоминающие пушистые облака. Хотя растение и достигает большой высоты, но подвязывать ее не требуется. При цветении на верхушке раскрываются маленькие фиолетовые зонтики, из которых появляются сиреневые цветки. Побеги растения вырастают от 0,2 до 1,5 метров. По всей поверхности растут короткочерешковые листья. Листочки имеют овальную форму с зубчатыми или расщеченными кромками. Вербена бонарская привлекает внимание красивыми фиолетовыми соцветиями, которые обладают неповторимым тонким ароматом. Цветение начинается в середине лета и длится до начала осени. Вербена хорошо растет на солнечных участках. Ей требуется умеренное, но регулярное увлажнение. Молодые посадки поливают чаще. В течение сезона вербену несколько раз подкармливают минеральными удобрениями. Чтобы продлить период цветения, следует регулярно обрезать засохшие бутоны.